Я жил здесь в бараке с 1977 по 1984 год. Там жили, это было здание, дом театра юного зрителя имени Сечкеля. Там жили бывшие работники и настоящие работники. Там жили артисты театра юного зрителя. Дом стоял поперек дороги, крыльцо выходило прямо на тротуар, троллейбусы прямо над головой ходили. Вот. А дом без удобств. В коридоре 8 керосинок было, как зажгем. Были сараи для дров, дровами топили, за водой на улицу ходили. Несмотря на трудности, жили весело, дружно. Новый год вместе справляли. Мне эти места очень дороги, потому что я много лет здесь провел. Эти места не узнать, очень красиво построили. И сквер не узнать, очень красиво ухоженный. Очень все хорошо. Не только это место, вообще город не узнать теперь уже Чебоксары. Я приехал с Татарстана, так как нравились мне Чебоксары, и, как сказать, как родина Чувашии. Здесь у меня дети выросли, здесь образование получили. Я хочу, чтобы Чебоксары еще дальше развивались, и народ, чтобы был богатый. Дай Бог, чтобы все было хорошо.